десятью классов, кто в дороге ночью спал, и от поезда устал, где дворяне и мещане, горожане и крестьяне, все, кто на беседу склон, вдруг заводят разговор. Что, зябко? Да, очень, совсем от холода отвык. Но жить в Женеве нет больше очень, чужой народ, чужой язык. Вы, значит, за границей были? Я был почти что идиот, меня отсюда отличили, и хоть не знаю, помогли ли. Обратно родина зовет. Парфена сына старшего позвал, до конторы повелел ему дойти и к полудню 10 000 принести. Только сразу молодца попутал бес, наш Парфен в карман родителю залез, обокрал папашу нерадивый сын и с деньгами ювелирный магазин. Парень знал, что от отца ему достанется, но понравилась ему одна красавица. Он купил подвески ценные, алмазные, подарил ей украшения прекрасные. Только к вечеру родитель отыскал его и до самой поздней ночи получал его. Он других бывало за копейку шивывал и за кражу сыну страшной карой угрожал. Но потом расправы новой ждать не стал, в лихорадке с дома отчима сбежал. Он на Пскове на последние гулял и потом в горячке месяц пролежал. А когда по воле Божьей в ноябре от кондрашки его батюшка помре, он очнулся, быстро вещи уложил и в столицу за наследством прикатил. Все это так, все это верно, разбило сердце, как стрела. Больная страсть, и я не первый, кого она с ума свела. Она красива и желанна, нетерплива и нежна. Парфен, скажите же мне прямо, кто эта дама, кто она? Про красотку эту расскажу вам я, что скрывать она сразила и меня. Ах, Настасья, ах, Филипповна душа, на нее в восторге смотришь, не дыша. Про нее в толпе болтали, что княжна, и что с неким тоским знается она, что жила как содержанка у него, а теперь она ему не камильфо. Понял он даже до возраста подсемного, что не прочь благополучия семейного. Только сразу, как собрался он посвататься, появилась наша гордая красавица и сказала, что желает позабавиться, что от кротости и робости избавиться, непременно на венчание заявится и при всех над женихом поиздевается. Наш помещик не на шутку задрожал, от кокотки откупиться пожелал. Дом роскошный в Петербурге ей купил, капиталом и комфортом окружил. А потом стал тихо думать и гадать, как кому ее повыгоднее продать. На строптивице кого-нибудь женить и деньжатами надежно придавить. Я не пойму, как это можно людьми живыми торговать. Ведь это подло и ничтожно, любовь неволю отдавать. Наверное, сильно испугался подлец, что с нею согрешил. Но неужели ж ей сыскался палач без сердца и души? Был у Тоцкого с визитом важный чин, генералы друг старинный и панчин. Он в обмен на брак с одной из дочерей
Дал совет, что делать с башнею сей. У него мог служить юноша старательный. Этот Ганя парень будто обстоятельный. Но за деньги он не то, что под венец пойдет. На карач, как на край света, поползет. Сговорились быстро старые приятели. И с Настасьей Филипповной поладили. Обещали молодым вознаграждение. И в судьбе супруга править роденье. Бока выбили согласие у Ганечки. Но хоть дарит он другой цветы и прянички. Но на людях быть невестою старается. До 70 000 добирается. Правда, вышло так, что Ганькиной семье эта женщина пришлась не по душе. И у парня в жадном сердце родилась то ли ненависть к невесте, то ли страсть. Разгадала и Настасья, что к чему. И сказала ухажеру своему, даст она в свой день рождения ответ, станет он ее супругом или нет. Что ж раньше не сказал? Да ведь это же сегодня! Прости, князь, ехать надо срочно. Приезжай ко мне вечером, денег полные карманы набью. И что же, сама она тебе свой портрет передала? Да, третьего дня. Вы ведь помните, Иван Федорович, про сегодняшний вечер? Помню, и непременно буду, ведь все решится именно сегодня. Может быть, но последнее слово все равно за мной. Ты что же, отказываешься? Я не отказываюсь, но мать плачет, сестра злится, говорят, без чести. Вы что же, сударь, подслушиваете? Нет, что вы! Я заблудился и невольно стал свидетелем. Я ищу дом генерала Япончина. С кем имею честь и чем могу служить? Князь Мышкин, родственник вашей супруги. Дела никакого неотлагательного не имею, кроме как удовольствия познакомиться. Прикажете доложить Елизавете Прокофьевне? Нет, нет, я сам. Так это и есть Настасья Филипповна. Удивительно хороша. Как? Вы знаете Настасью Филипповну? Да, всего только сутки в России, а уже такую раскрасавицу знаю. Мне про нее Парфен Рогожин рассказывал. Вот еще новости. Купеческий сынок гуляет. Значит, вам нравится такая женщина, князь? Удивительное лицо и необыкновенная судьба. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала. Это гордое лицо, ужасно гордое. Но вот добра ли она? Ах, если бы добра, все бы было спасено. А женились бы вы на такой женщине? Я не могу жениться ни на ком. Я не здоров. А Рогожин женился бы? Женился. А после свадьбы, пожалуй, и зарезал бы ее. Что с вами? Пойдемте, князь, нас уже ждут. Три сестры, как принцессы из башни, молодые, цветущие барышни, утонченные, скромные, видные. Три сестры, три невесты на выданье, не ханши, не девицы кисейные. Сохранив идеалы семейные, ради общего благополучия, личным счастьем делиться приучены. Веков сестрою стать.
дарили жемчуга. Мы с Тоцким всего-навсего галантные мужчины. Вы с Тоцким всего-навсего два старых дурака. А знаете ли вы, что здесь из-за границы чудаковатый князь изволит пребывать? Меня очаровал, вы с ним однофамильцы, и потому должны его немедленно принять. Да вы сошли с ума, да как же это можно, неведомо кого вести в наш дом сейчас? Мой друг, поверьте мне, все опасения ложны, он все же нам родня, последний вроде князь. Домой к нам притащил прохвоста и бродягу, и говорит, что с ним сродниться нужно мне. Пока не надоест и мучить бедолагу, для всей моей семьи меня как будто нет. Пока смогу я быть хоть чуточку свободным, куплю себе любовь подарком дорогим. Что ж я любезно буду самарванцем благородным, а с этим Дон Жуаном мы потом поговорим. Ну что же, князь, садитесь с нами завтракать. Вы хотите кушать? Да, теперь захотел очень и очень вам благодарен. Это очень хорошо, что вы вежливы. Я замечаю, что вы вовсе не чудак, каким вас изволили отрекомендовать. Кушайте, князь, и расскажите нам про себя. Хорошо, я расскажу. Yeah.
Вы закончили? Что? А, да, я закончил. Князь, вы очень обрывисты. Ну что вы на него напали? Князь прекрасно рассказал, только немного грустно. Про детей мне особенно понравилось. Может быть, здесь и меня сочтут за ребенка. Меня же за идиота считают все. А вы, Елизавета Прокофьевна, я просто уверен, и сами ребенок. Во всем хорошем и во всем плохом. Несмотря на то, что в таких летах. Браво, князь, это правда. Я ребенок и знаю это. А ваш характер, я считаю, совершенно сходным с моим. Но как же вы угадали? По лицу. Я как ваши лица увидел, сразу все понял. Вот у вас, Аделаида Ивановна, счастливое лицо. У вас, Александра Ивановна, лицо очень милое. Но у вас есть какая-нибудь тайная грусть. А вот про Аглаю Ивановну я ничего не могу сейчас сказать. Почему? Кажется, заметно. Да, но красоту трудно судить. А вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Почти как Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое. Как кто? Как Настасья Филипповна? Где вы видели Настасью Филипповну? Гаврила Арделеонович давеча портрет показывал. Вот оно что! А ну-ка, пойдемте все немедленно в кабинет, посмотрим. Аглая, одно лишь ваше слово и выбора дурного поможете несчастному навеки избежать. Сегодня все случится, судьба моя решится. Я должен этой женщине да или нет сказать. Но если я услышу, разорвите все. Ваш нежный голос мне свободу принесет. Я зарю мою планету, как маяк. Позволит вам проделать первый робкий шаг. В тоске лечу я в бездну. И лишь с тобой воскресну. Спаси меня, Аглая. Я в торги не вступаю. Пойдем. Как она узнала про свадьбу все?
узнала, кто это сказал. Сам себя славил, я не на ту поставил, снова проиграл. Вы меня продали и все им разболтали про ее портрет. Зачем вы им открыли этот мой секрет? Я вас уверяю, я ничего не знаю, я не виноват. Сожалею крайне, что я не знал по тайне, вам устроил ад. Вас мы не судили, с ними говорили. Вот я и заметил, а то как на портрете, не видал нигде. Нет, я вам не верю, вы негодяй и блуд. Свой нос в чужие двери суете там и тут. Ваше любопытство любовь мою убьет. Я был, когда родил, и правда в годы эти я идиотом слыл. Теперь мне неприятно, когда зовут в глаза. Раз так, вступайте прямо, а я пойду назад. Милый князь, простите, что речь моя груба, но вы меня поймите, решается судьба. Как же я ничтожен, как смел я вас смутить. Я на коленях должен прощения попросить. Стольких извинений я совсем не заслужил. Не стойте на коленях, я вас уже простил. Лучше позабудем, о чем услышал я, и снова с вами будем, как добрые друзья. Теперь его отпустить невозможно. Он что-то знает. Ну ничего, все разрешится. Все. Сегодня же. Что об этом сказать?
Чудный свет, я знаю.
парнями, тех, что вас любил, в руках своих носил, и там на вас бы Ганечку женил. Это кто еще такой, то ли пьяный, то ли больной, шел бы лучше подремал часок другой, не поссорил бы сынка, он ведь из-за пустяка, волком смотрит на папашу старика. Здравствуй, Иуда, ну наконец, Ганька разбойник, Ганька подлец. Как вы посмели войти к нам домой? Что это значит и кто вы такой? Что это, кто вы такой? Здравствуй, Иуда, ну наконец, Ганька разбойник, Ганька подлец. Что ж ты, Рогожина, ты не узнал? Помнишь, когда ты его обобрал? И как потом обокрал? Что это? Нет, вы здесь у него. Стало быть, правда про фотовство. Что вы молчите, ведь это конец. Как с этой шкурой идти под венец? Как с ним идти под венец? Я не обязана вам отвечать. Всем женихам моим надо понять. Замуж пока что я не тороплюсь. Но вы обещали, и я женюсь. Я от него откуплюсь. Я слышал про тебя, что ты за 3 рубля весь Питер словно в вож на брюхе проползешь. Вот деньги, торопись, от бабы отступись. 2000 даю, да я тебя куплю. 12 000, 25 000, 36 000, 50 000. Ну что молчишь? Жених мой, Ганя, вот отличный шанс себя освободить. А ты, раз деньги есть в твоем кармане, может и меня попробуешь купить. А коли так, то все 100 000 птицын выручай, процентная душа. Ты просто пьян, тебя бы высечь. Ах, ну да чего, чертовка хороша. Да я не лгу, клянусь, чем хочешь, к вечеру найду и все к твоим ногам. И только наши будут дни и ночи, никому тебя на свете не отдам. Да что же это тут творится? Нет, мой милый брат, не стану я молчать. Быть может, кто-нибудь решится все же эту дрянь бесстыжую прогнать. Это меня бесстыжую называют, а я-то, как дура, приехала их к себе на вечер звать. Вот как ваша сестрица меня третирует, Гаврила Ардалионович. Что ты наделала, к черту все, я точно теперь получу отказ. А что мне прощения просить у нее за то, что она оскорбляет нас? Любил ее до дрожания век, но ты растоптала мою судьбу. Жалкий и низкий ты человек, я тебя презираю, тьфу! Хватит, довольно уже вполне, сядьте скорей, пощадите мать. Ты идиот, вечно что ли мне, будешь дорогу переступать. Ну пусть это мне, а ее не дам, и на себя всю возьму вину. О, как потом будет стыдно вам за глупую эту пощечину. Будешь каяться, будешь жалеть, что ты связался с такой овцой. Князь, приезжай к Рогожину впредь. Я видела где-то его лицо. А вам и не стыдно, да разве вы такая, какой представлялись тут? Ведь вас настоящий не знав, увы, сегодня другие другой сочтут. Он угадал, так оно и есть. Я не такая, прошу простить. Если свою показала спесь, я просто хочу вашим другом быть. Сударь, я вас хотел попросить, не можете ли вы, как знакомый, вести меня сегодня вечером к Настасье Филипповне? У меня дело.
Я был представлен, но не приглашен. А сегодня там званый вечер. И я готов перескочить через некоторые приличия. Пусть даже надо мной смеются, только бы войти как-нибудь. Что ж, князь, охотно, охотно. Вот вам адрес, приходите непременно. Или дело темное, существо несчастное, чувство здесь огромное, он неровно дышит к вам, или даже вас влюблен. Это видно по глазам, я признаться удивлен. Я вам рада, милый князь, каюсь, я незваный гость, я к вам так хотел попасть. И по счастью все сошлось, я не смела вас позвать. И не мог я не прийти, я хотел бы вам сказать. Мне бы раньше вас найти. Вас все совершенно, вас по-другому и представить нельзя. Правда, про вас говорят, что вы человек странный. Раз вы меня за совершенство почитаете. Вы хоть и мастер угадывать, однако на мой счет очень сильно ошибаетесь. Князь, рассудите, меня вот друзья замуж за Ганечку выдать хотят. А я вам вверяю судьбу свою. Как скажете, так я и сделаю. Вся моя жизнь на одном волоске. Одно ваше слово, и я на крючке. Скажете «да», я пойду под венец. Скажете «нет», нашей свадьбе конец. Нет, ни за что, не идите, нельзя. Нет, погубите его и себя. Здесь только деньги, а с ними петля. Что ж так быть, господа, воля! Настасья Филипповна, что за напасть? Я проиграл, ваша партия, князь. Я поняла, вы хотите сказать. Князь отказал, чтобы деньги забрать. Вы эти деньги возьмите себе и заберите обратно колье. Ну вот и все, час расплаты настал. Ждет впереди настоящий финал. К нам заявились на званый обед. Все 100 000 без дураков. Сдержал таки слово, ну каков. Так, господа, он торгует меня. Ты королева и ты моя. Ганечка, ты на меня не сердись. Со мною Рогожинской что за жизнь? Кто же меня к алтарю поведет? Даже Фердыщенко не возьмет. Фердыщенко, может, и не возьмет. Я хоть и шут, но не идиот. Но есть среди нас кто-то прямо сейчас готов посвататься, правда, князь? И правда возьмете, без ничего. Правда? Няньку бы вам, а совсем не жену. Надо. Вы, непорочные, чистые, вышли из ада. Только за волю большую была плата. Настасья Филипповна, это вы мне, а не я делаю вам честь. Я никому не позволю про вас слово сказать. Никому вас в обиду не дам, даже если мы будем бедны. Но может, мы будем очень богаты. Знаете, у меня есть наследство. Верное дело, господа! Полтора миллиона! Князь, оступись, ты же знал обо мне, как ты мог ее сватать? Ты опоздал, убирай свою пачку, теперь я богата. Ты не суди, что беру за себя, что любить я буду. И я беру хоть сейчас прямо в церковь сию же минуту. Князь, погляди, как невеста.
невесту твою сумасшедший торгует. О, Бахмелю, вы простите его, он ведь вас очень любит. Я-то прощу, но не стыдно потом, за жену тебе будет. Нет, я люблю вас, и мне все равно, что подумают люди. Настасья Филипповна, вы до того несчастны, что во всем себя виноваты считаете. Вам просто нужен родной человек, и я теперь всегда буду с вами рядом. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Я ведь точно знакомое лицо узнал. Что орел
от городового, что Настасья Филипповна снова от купца своего убежала. И у князя там упрашивала, а потом, не сказавши ни слова, возвратилась к рожену снова, но его до себя не пускала и с другими ему изменяла. Так слыхали, любил ее очень, а потом изменялся три ночи. На коленях стоял перед нею и хотел снова сделать своею. А Настасья Филипповна сразу убежала от изверга князю. Хоть Бахтена она и простила, но себе приходить запретила. Только мышки на ней было мало, все опять повторилось сначала. Снова будет рабочим слесарь, снова князь не найдет себе места. Это глупые сплетни и слухи, что разносят глухие старухи. Но рабочим красавицу любит и потом на ней выше не журит. Парфен, я тебе не враг и мешать ни в чем не намерен. Когда твоя свадьба шла, я тебе не мешал. Она сама ко мне бросилась, просила спасти от тебя. Потом и от меня к тебе убежала. Я ей теперь и на глаза не покажусь. И разлаживать вас не намерен. Я тебе не соперник. Я ведь ее не любовью люблю, а жалостью. Каждую ночь.
тобой, ей непременная гибель. Тебе тоже погибель, еще пуще, чем ей. Но как она может идти за тебя? Неужели она ищет такой любви, чтобы сознательно идти под нож? Как ты тяжело смотришь теперь на меня. Да потому и идет за меня, что знает, что за мной нож ее ожидает. Нет, не может быть, я не верю. Но почему не такая ли, что ли, и от чистого чувства колодит? Ей же не ласки, ей хочется боли, вот потому за меня и выходит. Это с тобою она не такая, но со мною другой не будет. И точно так, как я и желаю, так же она другого любит. Об этом другом все ее мечты, а другой этот знаешь кто? Это ты! Артем, не верю, судьба устроит вместе вас. И я твоих безумных глаз, Артём, не верю. Артём, не верю, тебя как брата я люблю. И в злобу чёрную твою, Артём, не верю. С ней впервые душой ожил, и сразу коварная мысль закралась. Я не пойму, почему не дороже, не страсть и любовь, а какая-то жалость. Мне надоели бессонные ночи, когда я её и себя проклинаю. Я бы тебя подворот не прикончил, но знаю тогда, и ее потеряю. Обери ее, горе судьба твоя, счастье тебе уступаю я. Артем, не верю, судьба устроит вместе вас. И я твоих безумных глаз, Артем, не верю. Артем, не верю, тебя как брата я люблю. И злобу черную твою, Артем, не верю. Прямой он имел одно
Хорошие стихи. Только почему вы переменили буквы Девы Марии на буквы Н и Ф? Это шутка? Нет, князь, это вовсе не шутка. Это же про вас. Это вы, рыцарь бедный. Ну, здравствуй, князь. Здрасте. Вот видите, маман, князь уже вполне здоров. Я со страху преувеличила, когда услышала, что Рогожин тебя порезал. Но теперь, как выздоровлению родного сына рада. Надолго к нам? На все лето. Ты один? Не женат? Нет, не женат. Улыбаться тут нечего. Знаю я, с кем ты компанию-то водишь. Вот и давеча от Аглаи слышала, что ты со студентами какими-то связался. Да, ко мне ходят несколько человек. Да вот они, можете познакомиться. Ипполит Терентьев, студент-нигилист. Ах, нигилист! Ну и что же вы, голубчик, отрицаете? Я отрицаю все! Я отрицаю законы. Мне тошно от правил и норм. Пусть темны миллионы. Я жду радикальных реформ. Я отрицаю гены и вящую мудрость отцов. Эгоизм, атеизм, нигилизм,
Девушки новые, отчины, иначе самый свежий богатей, самый худший из людей. Идиотским летом узким миллион наследства взял, Богу молится по русски, а несчастный обограл. Лёва, Лёва, ты нам рад, дурачок и тимага, будь хорошим, не скупись, и деньгами поделись. Да чёрт знает, что такое, князь, так они у тебя деньги вымогают. Позвольте спросить, милостивый государь, почему это вы нас оскорбляете? У нас такое же право. Какой я вам не милостивый государь, и никаких объяснений я вам давать не намерен. Господа, зачем вы всю эту неправду рассказали? Я ведь уже согласился помочь и сиротам, и калекам, и вам, как вы и просили. А мы не просим, мы требуем, потому что вам должно быть совестно, что у вас миллионы, а кто там голодом сидит? Я и не отказываюсь. Вас же выгнали из университета. Ну, я могу помочь. Хватит! Довольно уже разглагольствовать. Это сумасшедший дом. Спасибо, князь, за удовольствие. Что за чудный был прием? Я торопилась послушать молодежь, а тут безобразие, подлость, низость. Вас, нигилистов, ни в жизни не поймешь. Да что же это с обществом случилось? Неужто сегодня их много таких, то честь позабыв слюною брыжет? Вы, дурачков, поищите других, а я-то насквозь ваши души вижу. Бога не верят, не верят в Христа, сами больны и другим вредите. Кончится тем, что во время поста вы все друг друга переедите. Разве вот этот кого не убьет, побьюсь об заклад, он будет вежлив, и денег у князя сейчас не возьмет, а ночью придет и его зарежет, по совести деньги твои украдет, порыви отчаяния и печали. Потом молодую глупышку найдет и с ней за границу отчалит. Девушка в доме приличном растет, вдруг среди улицы брык на дрожке, а через год по доле принесет или пойдет по кривой дороге. Скините где-нибудь вот и весь сказ, и никто про вас не услышит. А я и не хочу о вас слышать. Аглая, говорит Александра, за мной. Иван Федорович, сколько можно вас ждать? Аглая, пускай я вас совсем не знаю, но днем и ночью вспоминаю и снова голову теряю. Аглая, Аглая, хоть вы капризная и злая, любовь и сердце пробуждая, ждет вас душа моя больная. Вы светлый ангел мой, Аглая, Аглая, Аглая. Я каждый день вас навещаю, себе любить вас запрещаю, снова без любви страдаю. Аглая, Аглая, меня безжалостно пытая, моими чувствами играя, молчит любовь глухонемая, а я в ответ кричу: Аглая. Тебя желая, амурной чушью соблазняя, но понял я, что ты другая.
ложных избегаю и красоты не замечаю. Но я люблю тебя, Аглая. Любовь и любая мечта.
мечта воплотится вновь. От обид, от невзгод, от любой парши сохранит и спасет красота души. И пусть на земле не останется злобы, гордыни и зависти не станут сугробы. Пусть будут в чести доброта и сердечность, и счастье продолжится целую вечность. Исчезнет жестокость, умолкнут рыдания, придут милосердие и сострадание. Все недруги разом закончат сражение, и мир не узнает свое отражение. Что это за чушь, что это за бред? Что за болтовня старого монаха? Никакой души не бывает, нет! Больше не поднимется без праха. Он издохнет, он догорит дотла. Старая мораль будет не в почете. Ваша красота даром не сдалась. Что за ерунду вы нам тут несете? Я знаю, что я был обижен природой, и в свете меня называют уродом. Что я бесполезный и в обществе лишний, и я рассуждаю, как глупый мальчишка. Нет жеста, ни такта, и нет чувства меры. Идеи мои сплошь пустые химеры. Я слово скажу и начну задыхаться. Ну как надо мною таким не смеяться? Ведь так? Зачем вы так здесь говорите? Зачем вы так им говорите? Зачем себя всего оболгали? И перед ними так унижались? Здесь нет ни одного, кто вас стоил. И этим вашим слов был достоин. Никто из них не надо кривиться. И большего не стоит мизинца. Теперь я себя выкоснили. Натешились и не поспешили. Помочь понять из грязи и пыли. Платок, который вы уронили. Вы лучше всех, вы честнее всех. Вы добрее всех, вы умнее всех. Вы ближе всех, вы прекрасней всех. Вы выше, вы благороднее всех. Ура, рыцарь бедный! Зачем меня все снова обижают? За князя выйти замуж оставляют. За что меня все мучают и дразнят? Мне надоели ваши злые басни. Вы в зеркало немедленно посмотрите, как держите свои или как стоите. За этого принца там куда уж, я никогда за вас не выйду замуж. Аглая, да я вас еще и не просил. Что? Я вовсе не имел намерения иметь честь просить вашей руки. И в уме у меня никогда и не было. И никогда не захочу, будьте уверены. В обморок не упал. Князь, знаете ли вы в парке зеленую скамейку? Иногда я рано, часов так в 7 утра, когда все еще спят, прихожу туда совсем одна. Это ты, Парфен? Это я. Я пришел от нее самой. Мне велела позвать тебя. Нужно ей говорить с тобой. Я приду, но тогда прощай. Разве ты ко мне не зайдешь? Ты бы еще пригласил на чай. Ты не помнишь совсем про нож. Я забыл тот ужасный час, думал, злоба твоя прошла. Неужели ты и сейчас мне парфюм пожелаешь зла? Коль любит тебя она, что еще мне теперь желать? Не невеста и не жена,
сколько можно по ней страдать, будет мучить еще сильнее, издеваться и жечь, как лед, но любовью потом своей многократно тебе вернет. Надо ж, как ты заговорил, ты к такой же поди попал, из тебя столько тянет жил, что и ты от любви устал. От насмешек я прячу взгляд, от терзаний готов бежать, но с нею одною рад свою новую жизнь начать. Вижу, ты обо всем забыл и другую нашел красу, а ее, стало быть, разлюбил, так теперь ей и донесу. Она тебя не любит, она с тобою только.
больше к нам не заявляйся. Мне к вам и так за все, что было, ходить Аглая запретила. Не слушай, князь, девицы мудрой, и приходи к нам завтра утром. Но я меня давить не может, такой пассаж подвергнуть может. Чему невинный простофиля, как будто вовсе не мужчина? Иди на зло, иди нарочно, она ведь ждет, я знаю точно. Да ей же ведь самой досадно, что вышло все не слишком гладко. И надо, чтоб ты разозлился и к ней скорее притащился, но только вот не рассчитала, что для тебя намека мало, что женщин ты совсем не знаешь. Но как же ты не понимаешь? Я все понял, я приду. Встань скорее! Ты счастлив? Только одно скажи! Сегодня, сейчас ты счастлив? Прощай, князь! В экипаж посадила. Она ж все ждала, что ты один останешься. А она так и знала, что у тебя стой свидание. Что ты мне давеча говорил, в точности все и передал. Завтра же мы отсюда уедем. Ну что ж, прощай, князь, не поминай лихом. А что ж ты, брат, ей в ответ-то ничего не сказал? Ты-то счастлив или нет? Нет! 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 Еще бы сказал «да». Что случилось с Аглаей, что? Сердце плачет о ней давно. Вот нашла себе жениха, идиота и лопуха. Чем же, мама, он не хорош? Не Онегин, да ну и что ж? Этот странный чудесный князь нашей девочке в самый раз. Он же вовсе не знает свет, у него даже чина нет. Да и мужа такого ли? Столько лет мы и прочили. Он богат, он аристократ, высший свет будет только рад. И к невестам другим семье интерес обнаружат все. Пусть он не будет просто-напросто другом, может быть, получит она по заслугам. Неужели так она глупа? Значит, такова ее судьба. А вдруг она парню счастье составит? Шанс такой не каждый из нас выпадает. Почему же так она слепа? Значит, такова ее судьба. 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 Это все пустяки. Или вы для своих мужиков, погоревших на прошлый покров, дарили лесу подстроиться вновь. Ну, подумаешь, пара домов. Или вы, дорогая семья, приютили, как сына меня, помогли мне не сбиться с пути и любовь в моей жизни найти. Крест добрый, но очень смешной. Отчего же ты, мой дорогой, говоришь так, как будто...
чем я вам говорил. Не пора ли десерт подавать? Нет, я должен сказать. Я вошел сюда с мукой в сердце, я уже не смел надеяться, что меня здесь поймут и услышат, и считал, что несчастлив свыше. Но что значит беда и горе, если можешь судьбою поспорить, если в силах твоих, твоей власти отыскать мимолетное счастье? Посмотрите на мир прекрасный, на ребенка, на травку, на Божью зарю, и глаза, что так тихо и ясно произносят: я вас люблю. Вот и состоялась помолвка. Я никакого слова ему не давала и никогда в жизни не считала его своим женихом. Он для меня такой же посторонний человек, как и всякий. Этого я от тебя не ожидала. Да, жених он невозможный, но от тебя-то я таких слов не ждала. Да я бы их всех прогнала, а его оставила. Вот он какой человек. Князь, мне жаль, правда, очень жаль тебя. Ты только посмотрите на нее, на эту барышню, ее гнилье. Как я могла вас ангелом считать? За что могла вас только уважать? Да как же смели вы его предать? Ему на взлете крылья оборвать, оставить на душе пустые рвы. Презрение даже не достойны вы. Ну по какому праву вы вошли и про меня всю эту чушь несли? Ведь он всегда же только вас любил, но кто вас валит за него просил? Почему же вам его опять с собой не удается повязать? И почему со мной остался князь? Да потому что ненавидит вас! А хочешь слово, я ему скажу, тебя забыть немедля прикажу. По праву стану я его женой, а ты навек останешься одной. Смотри же, если только наш святой тебя не бросит, чтобы быть со мной. Тебе я уступлю, не верю, не надеюсь, не люблю. Да разве это возможно? Она такая несчастная. Боже мой, что я натворила? За ней, мой! Князь, никогда больше не смейте приходить в этот дом. Сударь, немедленно выйдите вон! Я сделаю все, я ее заслужу, и свадьба моя будет самой блестящей. Тогда наконец-то до этой девицы дойдет, кого потеряла и больше уже не вернет. Невесты своей я ужасно боюсь, мне стало лицо ее невыносимо. Я счастлив за ту, на которой женюсь, и все же другая, как прежде любима. Мне выдержать пытку любовью хватило бы сил. А может, ни ту, ни другую я и не любил. Я горе и без ней хлебнул через край, и снова обида, и снова жестокость. Зачем я искал свой потерянный рай? Опять между нами бездонная пропасть. Не знаю, смогу ли еще раз ее перейти. И сколько он будет стоять у меня на пути? Меня обманул выбор мой роковой, и мне без любви снова быть инвалидом. Законы его отрекутся всего, и завтра в Европу сбегут с инвалидом. Ошибок нелепых уже не исправишь никак.
пойду наши страны судьбы на берег осяк. Почему я любовью твоей дорожил и ради тебя лез шабель из кожи? Зачем только князю испортила жизнь? Уж лучше на ножке палач мой рогожит. Увы, разбиваются наши пустые мечты. И мы одиноко стоим у последней черты. Мы одиноко стоим у последней черты. Спасибо.
что ты мне себя отдавал. Прости за плохой, но счастливый финал. Прощай, милый друг, Бог тебя сохранит. И через тебя мне отпустит грехи. Скорее парфюм свою острую бритву возьми. Меня порази, дай пропуск на небо, спаси меня. Душа моя ждет воскресенья. Душа твоя, но нет человека несчастнее меня. Входи, Лев Николаевич. Я так и думал, что это ты. Настасья Филипповна, у тебя? Где же? Там. Это ты ее? Господи, дай мне сойти с ума, помоги искупить вину. Пусть оборвется моя голова, я устал, я иду ко дну. Больше нет сил и внутри пустота, на руках моих боль и кровь. Из-за меня умерла красота и пропала любовь. Господи, дай мне сойти с ума и забыть этот горький день. Разум больной наполняет тьма, оставляя в немую тень. Дай обрести безмятежный покой и надежду найти в раю. Тех, кто недавно был рядом со мной и кого люблю. Господи, дай мне сойти с ума, надо мною свой суд сверши. И раз одного ждет для тела тюрьма, то мне дай тюрьму для души. Бедный рассудок теперь ни к чему, лишь безумие вечный враг. Будет со мной, и его никому не разрушит никак. Как делать?
чувствам своим не играет. Кому без любви не прожить? Руки. Он нас понимает, он верит и знает. Любовь не врага не убить. Мы верим и ждем, что фортуна подарит нам принца на белом коне. Что ищет принцессу и тихо мечтает о скромной и доброй жене. Пусть в этой жизни чудес не бывает, она все равно удивит. И влюбится тот, кто порой отрицает великое чудо любви. Без вещи сильнее, чьи новые награды и прочие заботы любви. Ведь не для родителей больше отрады, чем счастье своих дочерей. Если ты был воспитателем строгим, подставим плечом и забудь. Вот дети сумели измениться с дороги, а выбрали правильный путь. Любовь не игрушка, любовь не забава, не прикольно и встречи в лицо. Черты его ищет, что слева, то справа. Нами шутит жестоко, меняя намеченный курс. Бросает в пучину страстей и пороков, ты тонешь и входишь во вкус. Но если среди этой тьмы бесконечной в тебе человека живет твой ангел-хранитель и друг твой сердечный, тебя за собой позовет. Спасая себя, обретая свободу, о ком и было порви. Раскрасай крылья и следуй к восходу, навстречу загадкам любви. Она будет разной, печальной и страстной, если ее не спугнешь. Ты станешь любима, нежна и прекрасна, и новую жизнь обретешь. Когда-нибудь мы перестанем бояться прекрасных поступков и слов. Мы будем дружить и друг друга влюбляться в одном из грядущих веков. Однажды любому из нас покорится заоблачная высота. И в мире под лунным навек воцарится невиданная красота. Который сочинил и музыку, и либретто, и стихи для этой постановки.
И идея вообще сделать рок-оперу по произведению Достоевского принадлежит именно ему. И это Александр Сергеевич Довлатов. Огромный вклад в создание этой рок-оперы, потому что они отдали ей свои голоса. Некоторые это делали даже в свой выходной. Лариса Николаевна, поклон вам низкий. Лариса Николаевна, она пела по 4-5 часов, записывала голос, который подарила Наташе Калайновой. Это Максим Казаков. Мы кое-как ее уговорили, она не приехала, нет? Но она с нами! Антон Милецкий, который присутствовал не только здесь в качестве голоса, он присутствовал в качестве корректора и снимал. Арина Малькова. Еще я бы хотела поблагодарить людей, которые, несмотря на то, что небольшая загрузка была в орбите, помогали нам с этой постановкой. Это Оля Корнилина, воспитательница. И учили тексты, и вживались в роль, и не знаю, сколько раз мы с ними ссорились и мирились. И в конце концов, мне кажется, мы срослись уже просто сердцами, нет? Да? И это самое главное. И это самое главное в этой постановке. И вам спасибо большое, что вы все-таки приехали и посмотрели на то, что сделали мы вот все вместе. Нас много. И слово предоставляется директору лагеря «Орбита» Ивановой Ирине Ивановне. Спасибо, во-первых, артистам большое. Гигантский труд. Те, кто часто бывает у нас в «Орбите» в период летней кампании, знают, что у нас теперь уже имеется, благодаря Александру Сергеевичу, добрая традиция вот таких спектаклей, мюзиклов, хотя бы раз в смену. Обычно это были мюзиклы, может быть, с привлеченной, так скажем, с внешней музыкой. А вот этот труд, вот от первой до последней ноты, от первого до последнего движения, это дети и сотрудники лагеря. Я чрезвычайно этим горжусь. Молодцы все большие. Подобные постановки ребята разных отрядов, разных возрастов работают, и, понимаете, и закладывается вот такая, давно уже, вернее, заложена и поддерживается традиция дружбы между отрядами, между возрастами. Для нас это важно, потому что «Орбита» для нас это большая дружная семья. Сколько бы тебе лет не было? Тебе там 7 лет или уже 55? Мы все семья, мы все дружны, и такие вещи, это, конечно, большой вклад в это дело. Мы вас очень любим, спасибо. Здесь представитель трех отрядов. Первый отряд весь до последнего человека. Все 41 человек. 8 человек из второго отряда. И один молодой представитель третьего отряда. В общем. А еще я бы хотела поблагодарить своих помощников, которые сидели вот со светом. Они тут в свои тоже выходные.
на это тратили. Ребенок, который только сегодня заехал в лагерь, приезжал к нам 5 дней и помогал с декорациями. Леня Заворохина, отдельное спасибо. Андрей, который ночью собирал это все и монтировал с ребятами. Большое тебе спасибо тоже. Вообще, всем большое спасибо. Мне вообще нечего сказать, только это. И я очень счастлива. Не знаю, как вы, я очень счастлива. Танцую.